Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня буду готовить свинину, кусок свинины для праздничного стола. Для этого мне потребуются оливки, миндально-чернослив, перец, соль по вкусу и красное сухое вино. Может быть, я что-то забыла, но вот по мере того буду говорить. И первое, с чего я начинаю, это я делаю крестообразные надрезы и шпигую свинину черносливом, миндалем и оливками. Итак, я начинаю. Итак, я делаю крестообразные разрезы. Чернослив положить, орешки. Ну, вроде все я положила. Конечно, еще положить, чтобы было побольше. Фиговала. А теперь я буду перевязывать. Вот я перевязала ниткой его. Теперь его надо немножко поперчить и посолить. А в маринад, который я делаю, надо добавить вино. Можно сок добавить апельсина чуть-чуть. И лук, половинку большой луковицы. Я еще добавлю сюда мандаринов. Я помещу сюда же мясо. И оставляем мариноваться минимум на 3 часа. Закрываем фольгой и ставим в сторонку или можно в холодильник. Итак, дорогие друзья, через 3 часа я поставила мясо в духовке и при 160 градусов оно у меня было где-то 1,5 часа. Сейчас я его вынула. Конечно, за это время я его поливала постоянно. И вот еще забыла сказать, оно у меня было в емкости, было закрыто вот этой фольгой. Вот фольгу я сняла, и у нас теперь вот такое мясо. Сейчас оно остынет, и я буду его нарезать. Как красиво! Мясо остыло, я сняла нитку. И посмотрите, какие кусочки красивые у меня получились, нашпигованные. Ну, просто красота! Ну, а теперь приятного аппетита всем! Из интернета. Приятного аппетита, мои дорогие друзья! Я еще готовлю, помимо основного блюда, салат. Я готовлю ужин, праздничный ужин для двоих. Самое главное здесь подача. Я приготовила салат оливье, который все готовят, но с разными ингредиентами. Я не буду рассказывать про свои, я вам покажу, как я его оформила. У меня есть такая вот небольшая елочка. Это елочка для выпечки. Я выпекаю здесь печенье, но сегодня я буду формировать в ней красивый салат. Итак, давайте посмотрим, что у меня получится. Вот, мои дорогие, у меня получилась елочка, и дальше мы ее начинаем украшать. Я уже, видите, украсила укропчиком нашу елочку, сделала ей звездочки. Теперь я делаю вот такое ожерелье из маслин. Это сделано из маленьких помидорчиков. А эту елку я сейчас вот наряжаю маслинами. Приятного аппетита, дорогие друзья!